высокотехнологичных профессий. Хай-тек. Екатеринбург снова принимает большие соревнования специалистов. После летнего внутреннего чемпионата профессионалов РЖД теперь в столице Урала начал работу международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хай-Тек». В нем принимает участие команда российских железных дорог. Сотрудники холдинга будут представлены в 6 конкурсных направлениях – сетевое и системное администрирование, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, охрана труда, рекрутинг, охрана окружающей среды и цифровая метрология. Для участия в соревнованиях компания сформировала 9 команд, в них вошли 20 человек. Это победители чемпионата профессионалов РЖД, которые однажды уже побеждали в Екатеринбурге. Сейчас они подготовились еще лучше вместе с кураторами конкурсных направлений. Кстати, чемпионат «Хай-Тек» проходит каждый год. На него приезжают работники крупнейших российских промышленных предприятий.